А спонсор данного видеоролика — канал Стип. Он снимает, ну уж очень хорошие ролики по Critical Ops. Также он снимает и другие игры, ссылка в описании. Всем по-прежнему большой привет, с вами я, Иван Майлд. Сегодня мы по-прежнему в Critical Ops, и как я обещал уже, ну даже просто сказал, я постараюсь где-нибудь добыть аккаунт, где мы можем открыть просто дофигища вот этих премиум кейсов, которых новых. И в общем получилось так, что спасибо мажору из Франции, ну или же бутерброду из маслом, то что он мне дал, вот предоставил такой аккаунт, если что, обязательно добавляйте его, ему выбьем хотя бы один нож, я на это очень сильно надеюсь. Итак, ребята, давайте, первый кейс у нас пошел. Давай-ка, открывайся у нас. И это у нас АК Предатор. Он у нас, к сожалению, уже есть. Он у нас дупликат, значит, конвертировать, чтобы он потом какой-нибудь себе скин купил. Окей, ладно, значит, открыть кейсик. Что же у нас там дальше выпадает? У нас выпадает P90 Arctic. В принципе, неплохой здесь скин, но все же, ну, не очень качественно выглядит. Окей, тоже дубликат у нас. Я надеюсь, все-таки нож будет. У него, в принципе, у него очень много скинов. У него, он, в принципе, такой донатер. И ему выпадает новый скин на М14. Я вообще не понимаю, кто с М14 играет. Но я лично сам не играю, кому как. Значит, в принципе, неплохой здесь скин. Это чем-то даже похоже на Cyrex из CSGO. В принципе, ну, неплохо и очень красиво. Давайте сразу же применить. Надеюсь, у него там никакого скина красивого не стоит, но потом он сам уже все это дело выберет. Значит, вот давайте открывать еще один кейс. И что же нам выпадает? Нам выпадает еще один новый скин, но на этот раз Sandstorm. В принципе, тоже неплохой себе скин, но немножко такой ободранный, не знаю, такой... краска слезла или что-то типа такого. Но третий класс, ну, в принципе, неплохо, так сказать, в коллекцию скинов. Итак, ножа нам по-прежнему выпало. Давайте надеяться на нож. И... SG-551, получается, у нас Геральт. Он у нас уже есть, он вроде бы... вот я даже не знал, что такой скин есть. Я подумал, что это с новогодней коллекции, но, к сожалению, это уже с другой коллекции. Это уже с обычной коллекции кейсов. Напоминаю, ребята, что кейсы у нас... вот, если что, вот содержимое чемодана — это уровень 3 или выше, то есть тир 3 и выше, то есть вот их шанс, как бы, шанс получить третий тир 50%, четвертый тир 30%, ну и так далее. Значит, мы, в принципе, уже купили, нам только осталось, да, открывать. Значит, открыть кейс, давайте новый. И что же у нас выпадает? У нас выпадает АУК Комик, очень реально красивый скин сразу же. Очень так эффектно вылетело просто. Надеюсь, мы все-таки мажор повезет, и ему выпадет еще какой-то один нож, потому что реально он задонатил, не знаю, где-то 7000 всего на этом аккаунте. Окей, ладно, применить сразу же. Надеюсь, ему понравится мой подгон, так сказать, как я ему открою кейс. Давайте еще открывать еще один кейс. У нас выпадет М14 Майнкрафт. Ну или же Critical Blocks. Ну, в принципе, прикольно. Я бы себе такой скин поставил. Но, к сожалению, я уже там поставил Velocity, или как там он называется. Ну, давайте, значит, далее. Давайте дальше открывать еще один кейс. Надеемся по-прежнему на нож. Мне кажется, что нож по-любому выйдет. По-любому все-таки один выпадет. Ребята, это у нас... нож, получается, у нас 7-го тира, и это у нас кукри, реально очень красивый нож 7-го тира, реально прикольно. Мы все-таки мажору просто обрадовали, надеемся на еще один нож. Просто мажору очень повезло, то что мои просто счастливые руки дотронулись до этого кейса, и я сразу же открыл. Значит, давайте, значит, у нас премиум, открыть кейс, давайте еще. И что же нам выпадает? Ну, выпадает МП5, третий класс, трибл. Ну, такой неэффектный скин, но сойдет, если бы у вас вообще не было скинов на МП5. А надеюсь, у меня там дофигища просто скинов. Значит, премиум давайте еще раз открывать. Что же нам выпадет? Это Уратио Тайга. Даже, кстати, очень красивый скин, я бы хотел бы себе такой. Но, к сожалению, не только этот скин есть, но и другие на Уратио. Так что тут вариантов просто тысячи. Поэтому... давайте сразу же далее, а то у него по-любому там на ВП какой-нибудь крутой скин, у него просто дофигища скинов, я сам офигел.
и какие красивые у него. Еще один премиум кейс, и что же нам выпадает, это Super 90 Sins. Тоже неплохой скин, очень красивый, эффектный, но не знаю, там это уже по вкусу человека, ну, на любителя, так сказать, значит. Далее, на всякий случай, а потом уже сами решим, что ему такое, там, вообще какой скин выбирать. Давайте еще один премиум кейс. Так, Аук у нас, Hot Pink, тоже красивый Аук, он у меня стоит вроде бы на другом аккаунте, но я уже сам не помню, я просто перешел на этот аккаунт, решил открыть все-таки кейсы. Но так эффектно выглядит, как вот, в принципе, Predator, но только розового цвета, в принципе, нормально. Я даже не буду смотреть на то, что это розовый, а не какой-то красный, или синий, или огненный. Так, значит, премиум. Открываем еще один кейс, нам осталось целых два кейса, и надеемся все-таки на нож, но все-таки мы уже выбили нож, но хочется еще, например, мажору из Франции. P250, вот это, кстати, один из самых моих любимых скинов на P250, реально очень годный скин, но при этом всего лишь третьего класса, третьего тира. Итак, ребята, последний премиум кейс, и мы еще откроем вроде бы два кейса обычных, и все, в принципе, стандартные кейсы. Давайте, ребята, и нож, нет, к сожалению, нож, это у нас Аук Hot Pink. Давайте комментируем его все-таки. Но упадает. Ну, разумеется, как же без говно скинов? Ну, как бы выпуски про открытие кейсов, ёпта. Значит, применить. В принципе. Ну, мы нож выбили. Пару скинов красивых тоже выбили. И, в принципе, нормально. Это реально очень годно. Так. Открываем еще один кейс. И что же нам упадает? Нам упадает дупликат М14 Dots. Но... В принципе, нормально, он потом себе какой-нибудь скин найдет за 1400, не знаю, вот этих вот кредитов синих. Ладно, ребят, давайте на этом все. Значит, если вам понравилось обязательно видео, обязательно поставьте лайк. Обязательно напишите комментарий, как вам вообще открытие кейсов. Это, кстати, мое первое открытие кейсов. На этом все. Всем желаю удачи и всем пока-пока.